В ефірі актуальне інтерв'ю знов тема конфліктна і актуальна для великої частини мешканців Дніпра упорядкування парковок. Я нагадаю, що 26 серпня організація громадський контроль виграла суд, предметом якого був тариф на паркування. Він був єдиний по всьому місту і складав 15 гривень на годину. Головна претензія активістів та й мешканців була у тому, що це дорого і не обґрунтовано. Іншими словами, ніхто не знає, чому саме 15 і не в впевнений, що гроші йдуть у казну міста. Голова громконтролю Денис Селін, мій співрозмовник. Доброго вечора, нашому гостю. Добрий вечір. Давайте почнемо з. Собственно, по сути, две недели прошло после того, как суд вынес решение, правильно? Да. Давайте вот понятным языком для людей объясним, что же на самом деле утвердил третий апелляционный суд, административный суд Днепра, как отреагировала Мискарада. Смотрите, то есть у нас есть э, четкие нормы закона, что любые тарифы, они должны быть обоснованы, то есть и они должны проходить через регуляторную процедуру. То есть, грубо говоря, э, суд подтвердил то, что у нас э, тарифы на парковке были вне законного поля. То есть, соответственно, он отменил все решения, которые регламентировали, что те либо иные парковки будут платны. То есть, и сказал, что э, если мы хотим установить тариф, оно должно проходить по регуляторной процедуре, то есть... У нас должно быть четкое обоснование, как складывается этот тариф, чего он состоит, а, и почему именно такая цифра. У а, нас у кого? У, 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 у города, да, у, да, то есть у города горожан, каждый да. житель города может понять, вот из чего состоит вот эти 15 либо 10 гривен, и а, в рамках этого обсуждения он может задать вопросы. То есть это публич, публичное обсуждение, когда все видят расчеты. Видят, кого опросили, и могут предложить свои замечания и сказать, что у тебя здесь расчеты неверные, либо не, не учтены все группы влияния. То есть, условно говоря, бизнес, бизнес, жители и так далее. Это все должно в этом документе при установлении тарифа быть рассчитано, указано. И после этого доработано, если есть у жителей замечания либо предложения. А как должно проходить это обсуждение? Это где-то опубликовано, или это какие-то сборы должны происходить очные? Да? Смотри, вот как, есть, как в нынешнем формате то есть с учетом коронавируса один из вариантов как проходит регуляторная процедура это когда на сайте городского совета публикуются все эти расчеты и там есть ссылка на электронную почту куда по определенной форме человек заполняет все аспекты и указывает точные и неточные mm -hmm. предложения свои и так далее после этого власть на каждый на каждое обращение должна официально ответить угу. и сказать, что оно приняло в работу а, и уч, учло это замечание, либо не учло, если не учло, почему, почему? не учло? Да. То есть мы говорим о том, что вот тариф 10 либо 15 гривен а, формально а, то есть должен быть детализирован. Если мы сейчас посмотрим на раскладку по другим городам, то есть мы должны понимать, что там в Харькове 2,5 гривен, по 5,8 гривен, а в Запорожье 0 гривен за парковки, в принципе. И когда у нас говорит, что у нас там, условно говоря, 10, то почему 10? Почему там не 8? То есть и сейчас городские власти должны детализировать и пояснить, из чего это состоит. Потому что если мы посмотрим, условно говоря, 2017 год, когда тариф был 7, тогда детализировали. А после этого они перестали детализировать, из чего он состоит и почему он резко подорожал. Мы должны понимать, что в тарифе, 10 или 15 гривен, то есть у нас в городской бюджет уходит 1 гривна, около 1 гривны. То есть это все, что выходит в городской бюджет, то есть это минимальная сумма. При этом, с другой стороны, когда нам говорят, что они важны, парковки, мы должны понимать, что формально городской бюджет в жестком минусе из-за этих парковок в нынешней схеме, которая сложилась. Почему? Есть, потому что из городского бюджета выделяются деньги, правильно, на их. Есть коммунальное предприятие, которое обслуживает парковки. Вот и каждый год ему выделяется 29 миллионов, а в всех налогов с парковок у нас приходит около 16 миллионов. То есть мы каждый год на 15 миллионов минус, это с учетом того, что а, люди платят, и э, на самом деле вот эти вот деньги, они уходят на Кипр. То есть в кипрский офшор, то есть э, с, странным людям с, с близким городскому совету. А, и, соответственно, суд сказал четко, что так не должно быть. А, он огласил решение, мы его показали городским властям, но городские власти начали делать вид, что они ничего не знают и продолжили нарушать закон. Они на следующий день приняли решение исполкома, мы его через другой суд, еще один суд, приняли обеспечение и отменили то решение. И после этого 30... Вот это повторное решение, где Там на 10 было 3, гривен? Суммарно было три решения, чтобы вы понимали. Первое решение, которое, было, а, вот, которое мы отменили, 10, когда 9 месяцев судились. Потом было решение из полкома. Мы его через обеспечение приостановили. А, а потом было третье решение, когда через сессию они установили 10 гривен. Там а, проголосовали фактически две а, партии, которые будут идти вот на выборы. то есть, а, И несколько в, вне фракционов. Это 36 депутатов. При этом а, 20... 6 депутатов, если не ошибаюсь, они от э, фракции пропозиция и 5-5 от, э, от ОПЗЖ. То есть, э, и когда у нас политики начинают рассуждать, что мы должны вот половина города развешена, что мы должны проходить, проводить некий референдум, или обсуждение, то вот у меня возникает вопрос: а вот здесь, вот вы не хотите провести какое-то обсуждение, пояснить людям? То есть там есть петиции почти под 3000 голосов. То есть, где вот это вот обсуждение и пояснение? То есть городская власть просто нынешняя городская власть просто ну, злоупотребляет своими полномочиями и напрямую нарушает закон? За все это будет, конечно, ответственность, и, и скорее всего, это будет расследование криминальная ответственность и э, э, группировка, объединенная группировка, которая делает намеренное злоупотребление. То есть, и, ну, это расследование будет длиться не один месяц. Это от 6 до 12 месяцев обычно проходят такие вот расследования, и, соответственно, будет привлечение. И вот это решение суда, оно четко показывает, что власть нарушала нормы закона. И сейчас, когда они повторно выносят решение, то есть, они, осознают, что они нарушают норму закона, но продолжают ее нарушать. То есть э, поэтому сказать, что мы не знали, уже нельзя будет. То есть они у них уже будет решение суда, у них уже есть решение суда. То есть где четко сказано, как, как должно быть. Но они делают вид, что вот э, обстоятельства так, так сложились. Поэтому э, я считаю, что там будет не только политическая ответственность у, у этих фракций, но и криминальная за такие намеренные действия. Давайте еще раз уточним. Решение, которое вынесли депутаты 2 сентября на сессии, его тоже суд? Еще нет. Еще нет. Еще нет, то есть по нему еще будет судебная тяжба. То есть, но мы должны понимать, что если мы говорим про норму закона, в норме закона любой документ, который касается тарифов, он должен быть опубликован в печатных СМИ. На данный момент ни один документ не опубликован в печатных СМИ. Соответственно, он еще не набрал законной силы. То есть, поэтому, когда сейчас вас просят оплатить парковку, это, можно сказать, либо пожертвование частной киперской фирмы, либо они мошенники и банально требуют с вас деньги за то, что они могут требовать. Потому что сейчас, если вас именно за неоплату парковки оштрафуют, а а у них будет тоже ответственность. Поэтому они сейчас не будут штрафовать никого за неоплату парковки. Они вот будут выписывать предписание, что вы не оплатили предупреждение. За неоплату парковки не, не штрафуют. Они, то есть они до этого практиковали следующую вещь. Если ты не оплачиваешь парковку, то есть после этого приезжает эвакуатор, либо при, при, приходит инспекция и выписывает тебе штраф за неоплату парковки. Вот сейчас, когда произошло это решение, им это сделать ну, фактически невозможно, потому что они понимают, что они будут нарушать нормы закона. Поэтому сейчас они не выписывают э, эти штрафы. И к нам один из. Э, не, Несколько людей обратились к, э, касательно вот этих штрафов. То есть получившие штраф получившие уже штрафы уже после 2 сентября, да? Э, нет, после, после первого сентября, да, После 26 первого. августа. То есть мы написали официальное письмо, э, и вроде как ребята все считают, претензий нету, типа штраф можно не платить. То есть, чтобы вы понимали, ответили, что можно? Что они, вот не сегодня... ответили, они, они не ответили, но они э, дальнейших действий не сделали на данный момент. То есть они понимают, что они немножко вне правового поля вот, э, действовали. То есть что вы сегодня отвечаете водителям, которые говорят мне платить за парковку сегодня или нет? Сейчас, вот с сегодняшнего дня, там, после 2 сентября? Ну, сейчас а, я рекомендую не платить, потому что а, эти деньги не идут в городской бюджет, и а, вот эта вот плата никаким документом сейчас не регламентирует, который вступил в законную силу и прошел законную процедуру. Угу. Поэтому, как бы, каждый, конечно, может заплатить, но формально, то есть эти деньги, а, ну, вот мы же там подаем а, бедным людям, помогаем бедным людям, то есть вот здесь точно так же мы, мы, мы помогаем бедным кипрскому офшору. Ну, я скажу, что говорят многие вот э, водители, да, они говорят: ну, мне легче оплатить там сейчас эти 10 гривен, чем потом ходить в суд, отменять. Да, возможно, отменят потом это действие в суде. И, возможно, признают, что штраф недействителен. Но это же надо потратить время, там, деньги, да, доказать это в суде. И так далее. Смотри, то есть мы сказали, что мы можем ряд людей, которые первые обратятся к нам сопроводить. Мы это предложение осталось в силе. То есть начиная от того, что формально все штрафы за неоплату парковки за последние три года они все незаконные. Вот фактический суд это четко сказал. То есть если мы говорим о по сути, Где человек может обратиться на возврат да, э, той суммы, да. на которую он... Вот, Если люди э, было покупали, штрафово. условно говоря, месячные абонементы, mm -hmm. то есть э, они могут к нам подойти, либо, либо написать, мы сами сопроводим это в судах, чтобы показать, как это делается. То есть потому что... Э, ну, с них взимали деньги ни за что, то есть в нарушение закона. И сейчас вот точно так же, то есть мы готовы помогать людям, то есть ну, первым там, пяти обратившимся, чтобы мы это помогли и показали, как происходит процедура, чтобы люди понимали, как оно работает. И на самом деле вот на таких примерах мы четко можем привлечь к ответственности людей, которые сейчас просят плату за парковку, mm -hmm. собирают ее, и а либо выписывают штраф. То есть мы готовы сопровождать там, Сколько первых обратившихся? Потому что когда а, вот на парковке возле Пассажа, который за шлагбаум, то есть а, мы с ребятами подъезжали, то есть парковались, потом а, на выезде показывали решение суда, парковщик просто подходил, поднимал шлагбаум не просил денег ничего, то есть он понимал, что он не хочет нарушать закон, потому что это, это, это будет его ответственность. Ну в Непри так всегда работали парковки, помните, когда ходили вот эти вот еще в оранжевых жилетах там сомнительные люди до еще установления тарифа, да. да, и собирали деньги. Но если ты там грамотный, ты объясняешь, что это незаконно. Ну езжай. Если человек не знает, ну отдал деньги. Тут вопрос, да. понимаете, тут, тут, да. тут вот сейчас это уже стало важно для горожан и и и пятое и было важно, сейчас оно более большую важность имеет. А, потому что люди стали осознавать, что эти деньги ну, не уходят даже на ремонт вот этой вот территории, где, где ты паркуешься. То есть, ну, вот это ну, нонсенс такой. То есть, ты платишь за то, что ничего не делается. То есть, и э, если мы говорим про пять лет назад, когда вот эти вот люди ходили, собирали, то есть тут не, работа, э, тут не работала полиция. То есть полиция должна была их привлекать к ответственности. Вот этих люд, людей, которые э, в, в, вымогают у кого-то деньги за парковку. Вот сейчас точно так же. То есть мы сейчас оформляем все правильно э, юридически, чтобы полиция таки отреагировала на эту ситуацию. То есть что э, вымогаются деньги у жителей города без законных на то оснований. Угу. Вновь установленный тариф 10 гривен. А что вы можете сказать, почему 10 гривен? Вот почему снизили? Для чего? А почему не 8, да, вы уже упоминали? Вот откуда возникла эта сумма в 10 Смотрите, то есть Мы а, у городских классиков запрашивали все расчеты. Они расчеты, а, часть расчетов скрывают, часть расчетов дали, и там нет никаких а, маломальских пояснений. То есть, в, когда устанавливали вот этот тариф 10 гривен, они сказали по а обращение депутатов каких депутатов никто не смог сказать даже каких депутатов то есть единственное то что я знаю что это там готовил это господин санжара то есть он знал что он нарушает закон он готовил это решение то есть а, то есть и целенаправленно это сделал то есть и сейчас вот пояснить 10 гривен они не могут то есть ты спрашиваешь как родился расчет на 10 гривен нет нет, нет ответа то есть почему 10 а ошиб то есть и а, в данной а, в данной ситуации а, ну, теоретически получается, что в 10 гривен точно так же приняты, как и 15 раньше, да? Да, есть то есть с, да. с теми же злоупотреблениями, только сейчас они уже знали, что есть решение суда, что они действуют незаконно, но они все равно то есть, это сделали и проголосовали за ну, ребята из, из партии Майра, то есть это все протянули. А причем мы должны понимать, что они сделали это фактически за три рабочих дня. То есть они вот это вот решение опубликовали, никто его не видел. То есть, когда мы просили показать что там происходит, то есть они э, его довносили за... в последние полтора дня, вот они допубликовали документы. В этом, э, в этом решении э, нету ссылки на, на письма департаментов, какие-то расчеты и так далее. Просто вот такое вот странное mm -hmm. решение, которое они в торопях пытались сделать, то есть без любых обсуждений, то есть они нарушили этим несколько законов, там не то, что один закон, там несколько законов нарушены, то есть потому что, ну... В нормальной стране, в нормальном городе так не делается. То есть, когда э, у нас устанавливается 10 гривен, с, с таким же успехом после выборов можно сделать все парковки, там 20 тысяч парковок, все платные и поставить 100 гривен. То есть, э, если идти их логикой, ну, то есть, э, что важно? То есть, если мы добьемся, чтобы оно прошло обсуждение, то они не смогут потом хаотично менять цену. То есть, если они установят, допустим, допустим 5 гривен, то там будут расчеты публичные обсуждения и понятные расчеты. И в следующий раз, когда они хотят, захотят поднять э, тариф, то есть у них должны быть один из э, показателей измениться. И, соответственно, должна быть статистика а, ну, э, из Министерства, либо еще откуда то вот условно говоря, зарплата выросла, поэтому мы, 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 мы меняем. То есть либо другие аспекты, которые там поменялись, условно аналогии, либо еще что-то. Но вот так просто потом менять там, на 30 гривен или на 25 нельзя будет. Поэтому мы говорим, что должна быть соблюдена процедура, чтобы а, на протяжении а, ближайших 5-10 лет а, был перестроен механизм а, вовлечения людей в тарифы, и чтобы они понимали, как оно работает. А вот в новом решении есть такой приятный бонус для автолюбителей, там, предупреждение, да, первое не штрафуют за первый случай, когда э, поймали за неправильную парковку, а предупреждают, насколько это Смотри, то есть, реально. мы должны понимать, а что у нас есть какая-то база? А где-то да, да, вот где-то это фиксирует, что а, там кого-то предупреждают. На данный момент я не видел, чтобы а, хоть один протокол с предупреждением был занесен в базу, чтобы можно было посмотреть, у тебя одно предупреждение, либо два, либо три. То есть или yeah. как, как приходит парковщик, такой приходит, смотрит в базу или что? То есть а, почему это было сделано? Потому что я говорю, что они понимают. Что решение незаконное и для того чтобы не нести ответственность за то что они выпишут кому-то штраф они вот при придумали вот такое вот легкое запугивание что ты не заплатил то есть мы 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 пройдя помним на самом деле то есть они не могут сейчас выписать э, штраф за неоплату парковки потому что они в... Тогда, если они это выпишут, кто-то на себя возьмет ответственность, и его за вот это за эти действия можно будет привлечь уже к криминальной ответственности. И они это осознают, и пока этого не делают, возможно, будут делать. Uh -huh. то есть, поэтому мы готовы сопровождать, чтобы показать, что ну, вот, ребята очень грубо нарушают закон. Uh -huh. Вы сказали, наступает криминальная ответственность, наступит, да, у кого? А вот кто? Uh -huh. Те люди, которые, возможно, могут там понести криминальную ответственность. А там будет группа лиц. Потому что начиная от тех, кто подписал, заканчивая тем, кто дал ну, приказ, там либо устное распоряжение взимать плату, и, конечно, тот, кто вот будет выписывать этот либо протокол, либо взимать плату, либо кто будет выписывать штраф без законного на то основания. То есть, соответственно, тут, тут начиная от мэра, который подписал это распоряжение, идет ответственность, заканчивая вот банальным исполнителем. То есть, это будет отдельно. там разбирательство, которое будет длиться долго, скорее uh -huh. всего. Еще такой вопрос. Сейчас очень много э, изменений, да, в этом вопросе, и не очень давно появились у нас бесплатные парковки на месте тех, где раньше были платные. То есть ну, цвет синей краски изменился на белую. А, насколько там я читаю обсуждения а, горожан-водителей, говорят, что это такой выборный ход, да, и после выборов очень многие сомневаются, что эти места останутся также бесплатными. Насколько, если так случится, да, как говорят многие люди сегодня, насколько это будет тоже законно? Должен быть какой-то баланс платных, бесплатных а, в центральной части города? И какая ответственность за несоблюдение, если Смотрите, он должен быть? для того, чтобы это урегулировать, мы разработали проект решения который предлагали городским властям принять где четко указан список бесплатных парковок то есть чтобы его нельзя было вот так вот за один день взять поменять. и изменить да. да то есть ну к сожалению мэр не захотел его даже ставить на голосование если не ошибаюсь то есть если мы говорим о хаосе который происходит с парковками мы должны понимать что на середину лета то есть на, на, на август, у нас было около 6 тысяч платных парковок. При этом мы должны понимать, что 2, за 2020 год их, увелич, э, их, их число увеличилось на 50%. То есть их было около 4 тысяч, чуть больше. На начало года за, за 6 месяцев у нас сильное э, число возросло. Поэтому говорить, что они на, на этом остановятся, я не могу. То есть я думаю, что после выборов они планировали точно увеличить количество платных парковок в разы. Потому что на, э, в июле месяце я видел, когда расч... было платные парковки на пятой победе, на Клочко, то есть отдаленные части города, где люди банально ставили возле магазина, либо возле рынка, чтобы сходить, то есть и там точно не было такого бешеного трафика и так далее. То есть, но когда мы расчерчиваем весь город, не только центр, а и отдаленные районы, то мы говорим о том, что, скорее всего, мы не ту цель преследуем. Мы преследуем, чтобы частная фирма заработала много денег. А если что делают в Европе? То есть там э, в центре делают платные парковки для того, чтобы люди пользовались общественным транспортом, либо центр не был перегружен. Ну, а нас... там же должно быть какое-то количество бесплатных да, мест так тоже. Вот, возвращаясь к бесплатным, то есть сейчас э, они начали разрисовывать просто там, где были всегда бесплатные парковки, они их начали разрисовывать и зачем-то пронумеровывать. То есть э, это очень странная такая тактика, что мы вот, вот э, их делом бесплатными. То есть э, они и были бесплатны. Они всегда были бесплатны. То есть там небольшая часть парковок, вот вот в этом, вот, когда мы начали э, на финальный этап сюда подходить, то есть они количество платных э, парковок, они их уменьшили. Да, вот в последнем решении там не только 10 гривен, там и э, число э, платных парковок уменьшилось. То есть, раньше их было около 2, 225, именно э, не мест парковочных, а именно парковок. В а этом решении 138, площадок. да, площадок именно, именно площадок. Поэтому тут, ну вот, когда начинаешь напоминать закон и когда есть широкая общественная поддержка этого вопроса, то есть они начинают частично хотя бы там идти в сторону населения. То есть, но после выборов я уверен, что если это не закрепить, как в отдельных решениях, то есть и останется та же руководящая команда, они точно будут увеличивать число платных парковок, потому что как они себя повели после лишения суда, мы все увидели. Uh -huh. ну, тут уже вот как бы ряд шуток рождаются. Все спорят на какой день после выборов, как бы парковки uh -huh. опять вернутся uh -huh. к платной. Процедуре. Uh -huh. Поэтому мы хотим а, сейчас через суды закрепить эту норму и а, четко донести ее и для полиции, угу. и для городских властей, что вот так вот должно быть. И, соответственно, будем требовать, чтобы, с учетом того, что вы, сейчас идут выборы, чтобы была хотя бы реакция, вот нормальная реакция от правоохранительных органов, чтобы они довели все до логического конца, а не так, что типа это нам не важно и так далее, то есть это никого не, не интересует. То есть мы точно будем это сопровождать, чтобы оно даже после выборов доверш, дошло до точки, и чтобы все ну, немножко вернулись в законную процедуру, и чтобы кто целенаправленно это нарушал, понесли ответственность, независимо от того, какая у них будет позиция после выборов, то есть будет тот же мэр, другой мэр будет они там, а, тот, тот же секретарь городского совета либо нет. Угу. Ну и в завершении вот вопрос о какая судьба решения суда от 2 сентября ждет. Если его все-таки опубликуют по процедуре, о которой вы сказали, все вот соблюдут, опубликуют, огласят, будете его опять оспаривать? Смотри, то есть. Тариф. Если мы говорим про решение от 2 сентября, его, то есть. Его принятие было незаконным, поэтому мы точно будем его оспаривать. Если мы говорим а, про другую ситуацию, если они пойдут по законной процедуре, все там сделают согласно закону, а, и всем будет понятен, как формируется тариф, мы оспаривать не будем. То есть, но а, они должны это сделать по каждой конкретной парковке. Не так, что мы взяли все а, парковки города, объединили их и, 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 и сделали по ним расчет. Нет, расчет должен быть по каждой конкретной парковке. То есть угу. если они хотят устанавливать тарифы, пусть по каждой парковке они его сделают. То есть раньше, до 2017 года, они на самом деле предоставляли такие расчеты по каждой парковке. А не так, что вот все 100-300... Это не сложно, и а, и несложно. Ну, если, да? если они считают, что это надо для горожан, они должны пояснить, то есть это для горожан. Потому что, ну вот когда возле какого-то дома, условно на Гарина, делают платную парковку, после этого люди начинают парковаться, то есть, парковаться во дворах, потому что они хотят платить. То есть многие. И, соответственно, дом перегружен. То есть, ну, именно двор. А там э, у них все равно загрузки нету. То есть, и тут возникает вопрос, кто выиграл? Жильцы дома точно проиграли. И они, э, ну, у них должно быть право минимум сказать свое замечание по этому поводу и добиться, чтобы э, вот там вот было по-другому парковку. Потому что ну, от того, что двор перегружен, им легче не станет. Угу. Ну, столбики есть же сейчас. Много очень столбиков. Ну, я вот, если мы, мы не пытаемся а, решить причину. Мы решаем последствия. То есть причина это то, что у нас хаотично, последние 10-5 лет в частности, происходила хаотичная застройка города. То есть у нас глаз, возле любого здания должны быть парковки подземные, а, надземные. То есть, когда строят здание, что там они должны обеспечить определенное количество парковок. Все, тогда это. Этой проблемы не было. То есть, а то у нас вот сейчас строят там Женеву. Вы видели возле Женевы много, э, э, что там сделали отдельный паркинг. Я лично сейчас пока не видел. Может, его сделают. Но если Женеву запустят, то точно соседние улицы будут перегружены, опять же э, машинами, и там будет просто хаос. То есть вот э, частный пример, понимаете? Угу. Хорошо, на сегодня ставим точку. Пока. Я думаю, да? Сегодня, да. Будем с вами дальше держать связь. Спасибо. Спасибо вам. І ще раз дякую нашому гостю за розмову. Нагадаю, Денис Селін, голова Громконтролю, був у нашій студії. Говорили про тарифи на паркування у Дніпрі. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на дев'ятому каналі. До зустрічі.